Приветствую, стратегия. Рассмотрим нового офицера, Оливию, сестру Софии. Нам очень не хватает сильных гарнизонных офицеров. И вот, на мой взгляд, наконец-то появился достойный вариант. Ну, кроме Офелии, конечно же. Рассмотрим навыки. Первый навык довольно-таки мощный. Увеличивает урон от обычной атаки по целям от 30% до 120%, что очень существенно, на 6 секунд. Кроме того, уменьшает получаемый урон на от 10% до 30%. Второй навык. За счет снижения собственных эффектов исцеления на 40% повышает здоровье от 15% до 50%, а также повышает оборону от 10% до 30%, соответственно, прокачки. Навык очень интересный и довольно-таки, на мой взгляд, эффективный, особенно после, то есть, когда используется первый навык. Этот навык очень серьезно делает просто всех очень танковыми. Следующий навык — пронзающая стрела. Каждый раз, когда подвергается атаке, получает 10% шанс снизить урон, наносимый целями, от 10% до 30%. Ну, навык неплох, но я бы не сказал, что супер. Хотя первые два уже довольно-таки серьезно компенсируют. Вот, лидерство — очень важный навык и очень серьезный. Повышает лимит гарнизона на 5% и максимально до 10%. Очень классно стакается с пушкой СТГ-44. Шикарно, просто шикарно. И при размещении гарнизона увеличивает оборону на 10% и до 30%. Плюс к этому ко всему, это баф, который распространяется в пределах на 10 километров на союзников. Так же, как и у ее сестры, только там атака, а здесь защита. Очень круто, очень. Последний навык. После пробуждения повышает урон от контратак на 300. Контратаки наносят дополнительный урон от навыка с множителем 300. Отличный офицер, долго ждали, очень рад. В талантах я бы ей качал, конечно же, на максимум гарнизон, естественно. А оборону я бы ей качал, ну, до тактической обороны. А остальные навыки вкинул бы в генерала, повысил бы, ну и, наверное, рожденный генералом чуть-чуть еще увеличивает количество войск. Довольно-таки серьезный офицер, особенно, на мой взгляд, связка с Офелией будет очень хороша, очень хороша, очень будет в гарнизоне хорошо держать. Конечно, можно попробовать комбинации и с Грейс, что тоже будет неплохо. Можно и с Натальей попробовать, хотя она здорово порежет хил Наташа, и лечение будет, конечно, не так эффективно. Впрочем, мне офицер очень нравится. Какие, на ваш взгляд, больше подойдут комбинации Оливии и почему, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также на нашу группу ВКонтакте. Ссылки в описании. А я с вами прощаюсь. Удачи на полях сражений!